когда ты говоришь против моей страны, против моего города, я на это должен реагировать. Одессит? Я одессит. Я никогда в жизни не говорил ничего против Одессы. Когда ты сказал, что мы идем в Одессу... Я только что вам объяснил, вы, по-моему, услышали? Услышал. Ну ты думаешь, что после того, как ты объяснил, мы должны сказать, папаньки, давай с тобой еще выпьем, блядь, литр водки, так не будет. Марк, я... Ты понимаешь, извини, что перебиваю, вот то, что ты сказал, мы пойдем на Одессу, уже есть определенное количество твоих, скажем, поклонников, которые, а? Ну, зрители, которые смотрят кино, которые... потому я снимался, я не шел, не билет, верно. У меня были поклонники. И для них твои слова тоже имеют, скажем, определенный вес, и они их воспринимают. Понимаешь, одно дело, ты это сказал где-то на кухне в компании своих близких друзей, каких-то как. Я с вами абсолютно согласен. Я с вами абсолютно сейчас согласен. И поэтому здесь, когда я сейчас начал говорить, я не сделал ни одной оговорки. Я сейчас, когда вам отвечал на этот вопрос, я сделал ни одной оговорки. Я сказал, что да, действительно, то, что я сказал, фразу, я должен был следить за этой фразой. Я в нее не вкладывал ничего серьезного. Поэтому и мне, наверное, не уследил.